день в жизни, потому что сбылась моя мечта. Я приобрел себе новый автомобиль Volkswagen Touareg. Вот, как вы видите, машина стоит на выдаче сейчас в салоне. И это уже далеко не единственная мечта, которая осуществилась за этот год. Сегодня у нас 21 декабря 2013 года. И за этот год осуществилось более 5 моих очень-очень давнишних мечт. И секреты, почему это у меня получается, я рассказываю на школах, на наших обучающих вебинарах, а поэтому рекомендую вам их постоянно посещать, не пропускать их. Вот. Кроме того, что мы приехали сюда, в салон Volkswagen, в Москве, прямо из Арабских Эмиратов. То есть буквально 7-8 часов назад мы находились в Дубае, в Арабских Эмиратах, где у нас была экскурсия по всему городу, мы увидели самое высокое в мире здание, все парус, вот эта достопримечательность Дубаев. А в Дубай мы прилетели из Бразилии, где мы вообще находились на круизе. Вот, ну, а на сегодня это, я думаю, все. Короткое такое классное видео, просто у меня сейчас очень такие теплые чувства в душе, потому что мечта моего детства, то есть 10 лет назад, когда выпустили Volkswagen Touareg, я начал о нем мечтать. То есть это был просто предел моих мечтаний, машина с панорамной крышей, с пневмоподвеской, с такими габаритами. И сегодня, в 2013 году, Touareg 10 лет этой модели. И конкретно вот этот вот автомобиль, это в эксклюзивной комплектации, то есть цвет, который, в котором он оформлен, это черно-синий. Такого цвета в 2014 году, допустим, уже не будет. То есть это X-Edition специальной серии Touareg, посвященная специально десятилетию модели. Вот это особенно радует, особенно вдохновляет и добавляет вот таких смешанных чувств радости, спокойствия, уверенности, то, что это все возможно в нашей жизни, то, что это не сказка. Добрый день, команда. Поставьте плюсики, как вы меня слышите. Отлично. Я вас всех приветствую. Молодцы, что пришли. Я уверена, что вы не пожалеете. А тот, кто не пришел, конечно же, очень много потерял. Сегодня у нас вторая встреча с удивительным человеком, человек-легенда. Это наш друг, молодой миллионер, который делится с нами секретами своего успеха. Ребята, я не буду занимать долго времени, я прошу аплодисментами поприветствовать Дмитрия. И, ребят, будьте все во внимание, приготовьте все свои записи, куда писать будете, потому что здесь нужно ловить каждое слово. Как говорится, хочешь быть успешным, будь им и общайся с успешными людьми. Так, Дмитрий, тебе слово. Давайте, ребята, поприветствуем как следует, от души. Так, привет, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, 10 баллов, у кого слышно меня отлично, и мы будем начинать. Ага, вижу десятки, отлично. Хорошо. Друзья, скажите мне, пожалуйста, а кто был у нас на первой встрече вот полторы недели назад? Очень интересно. Кто был, поставьте плюс, кто не был, поставьте минус. Угу, отлично, молодцы, что пришли на вторую часть нашего балета. Хорошо, кто не был, вы ставьте минус, не стесняйтесь. Да, вон Марина пишет все свои. А, точно, слайды, сейчас Лилия включу. Так, он мне предлагает начать рисование. Так, 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 слайды. Ага, вот нашел. Так, ну-ка скажите мне, видно ли хорошо слайды? Ага, у меня видно все хорошо. Вот, супер. Ребята, скажите мне, пожалуйста, в основном девчата, да, я бы сказал, тут ребят мало. Скажите мне, кто выполнял задание, вот интересно, на расширение сознания, которое мы с вами на прошлой неделе узнали? На позапрошлой уже неделе. Поделитесь, у кого какие открытия, какие результаты. Сейчас пока еще, я знаю, люди подтягиваются, кто-то отжимается.
Катерина потратила 3 миллиона. Анна уже 20 с половиной миллионов. Угу. Делаю, нелегко дается. Это хорошо. Рост всегда там, где сложно. Знаете же, этот росток, когда только начинает и семечко прорастать, ему там сложнее всего. Ну и энергии там больше всего сконцентрировано. Настолько много, что он легко может асфальт пробить. Мне денег сегодня не хватило на все, завтра продолжу. Но это отлично, что не хватило. Так, друзья, остальные, кто какими открытиями поделится? Не так-то тратить просто деньги. Наверное, все пишут, да, сейчас? Я прошу принять всех участие в обсуждении, потому что от вашей активности зависит то, какие возможности к себе вообще в жизни притягиваете, каких людей, какие инструменты, какие знания. Всегда надо занимать проактивную позицию. Я не помню, говорила в прошлый раз про это или нет, но вот сегодня вам говорю. Проактивная позиция, то есть вы всегда проявляете лидерские качества. Даже если у вас их нет, то вы усилием воли своей, вы их проявляете. Если вы до этого что-то не делали, возьмите и сделайте. Там чистили зубы правой рукой, возьмите сегодня почистите левой. Это будет тоже проявление вашей проактивной позиции в данном случае в развитии. Я давно не катался вот на велосипедах на горных, а вчера вот мы выбрались в лес и проехали там 10 километров по лесу за короткий промежуток времени. И ну, очень интересное ощущение, когда чего-то давно не делаешь, а потом сразу и много. Все как бы познается в сравнении. Так, я ощущаю себя богатой, хожу по дому и вижу, где все новое стоит. Отлично, Катерина. Это хороший результат. Энергии прибавляется, уверенности. Так, ну я, если честно, думал, что будет огромное количество открытий, осознаний. Делаю вывод, что люди либо не делали, либо не хотят делиться по какой-то причине. Но делиться, кстати, это тоже одно из качеств успешных людей, потому что когда мы делимся с другими, то нам приходит еще больше. У меня есть даже такую вот установку я себе в голове сформировал. Чем больше денег я отдаю, тем больше денег я получаю. И она работает. То есть чем больше я трачу денег на благотворительность, тем больше ко мне приходит возможностей разных проектов, инвестиционных возможностей и так далее. В голове проявляются масштабные проекты. Так, хорошо, Наталья. Так, а кто начал вести свой ежедневник по-другому? Вот так, как мы с вами обсуждали. У кого ежедневник превратился в идейник, и в планировщик, и в хронометражник, и в успешник, и в книгу? Так, Галина, начинайте сегодня обязательно, хорошо. После семинара все меняется каждый день. Ага. А напишите мне, пожалуйста, вот у меня такой вопрос родился. Когда вас спрашивают, как дела? Такой дежурный вопрос. Встретился вам ваш знакомый, или каждый день вы видитесь с человеком, или по телефону. Когда он вас спрашивает, как дела, что вы ему отвечаете? Напишите. Это очень важно. А я пока вот познакомлюсь с вашими комментариями. Прибавилась уверенность в себе, понимаю, что могу реализовать все свои мечты. Отлично. Идеи множество, планы реализации появляются, все как всегда, отлично. Ага, отлично, нормально, хорошо, это вы на вопрос, как дела, отвечаете. У меня все супер, супер лучше всех, отлично. Так, еще какие варианты? Отлично. Очень важно, чтобы ваша каждая мысль, она содержала в себе какой-то смысл, несла позитивный контекст обязательно. И чтобы эта мысль каждый вас, она была не точкой, а, ну, как я вам сейчас на примере это покажу, но чтобы каждый ваш ответ, он был в развитии. То есть каждый вопрос к вам о вашей личной жизни, это возможность человеку заявить, что вы занимаетесь своим развитием, что у вас каждый день успехи прут.
Я каким образом отвечаю вот на этот вопрос? Слушайте внимательно и пользуйтесь вот этим ответом тоже. Меня когда спрашивают, как дела, там, чем занимаешься, я говорю, мои дела каждый день идут еще лучше и лучше. Очень солидная такая мощная формулировка, которая работает как аффирмация, как установка. То есть наш мозг постоянно получает корм. Если мы будем кормить его тем, что придется, соответственно, он нам будет его давать, то, что придется. А если мы будем осознанно относиться к режиму питания нашего мозга, нашего разума, то, соответственно, и результат он будет выдавать другие. Но об этом вот мы сегодня будем с вами дальше общаться. А вот здесь, Лиля, да, я хотел бы как раз на этом моменте остановиться. Все лучше и лучше. Не все, во-первых. Все это значит как раз точка, про которую я имел в виду. Не все, а еще лучше и лучше. Есть еще вопрос, когда там человек, например, заболел. Один желает не болей, а другой желает выздоравливай. Когда вас спрашивают, как дела, ты говоришь, я болею. Надо говорить не я болею, а я выздоравливаю. Тогда у вас не будет у самого в голове, что я болею. Надо, то есть, я еще здоровее и здоровее, я еще лучше и лучше, я еще умнее и умнее, я еще активнее и активнее с каждым днем. Как дела? Каждый день мои дела идут еще лучше и лучше. Я всегда благодарен за этот вопрос, потому что когда мне его задают, у меня есть очередной раз автоматическую вот эту установку выдать, а значит очередной раз себя запрограммировать. Наш мозг – это такой суперсовершенный биокомпьютер, с которым ни один настольный компьютер, ни один технический компьютер не сравнится. Поэтому я вам предлагаю осознанно относиться к каждой вашей мысли, и, соответственно, люди вокруг, они вам помогают, оказывается. Поэтому принимайте их помощь с благодарностью, и когда вас спрашивают, как дела, отвечайте: «Отлично, каждый день мои дела идут еще лучше и лучше». То есть именно смысл в том, что еще и еще. Тогда у вас каждый день маленький, но шажок вперед, маленький, но шажок вперед. А может и большой у кого-то. Так, хорошо. Давайте тогда следующий слайд. Вот так, по-моему, не листаются. Вот, как раз то, о чем я с вами и начал общаться сейчас, это режим восприятия информации нашим мозгом. Мы с вами говорили на прошлой нашей встрече о том, что наша жизнь зависит от качества вопросов, которые мы себе задаем. То есть, если мы себе задаем вопрос, в чем смысл моей жизни, то мы будем искать на него ответ. И, соответственно, у нас гораздо больше шансов, что мы его найдем, этот смысл жизни, будем ему следовать, и мы будем постоянно находиться в состоянии счастья, в состоянии удовлетворенности какой-то, то есть довольными мы будем жизнью. Мы будем говорить себе, что жизнь удалась. Но это когда мы задаем себе вопрос, а что нужно делать, чтобы моя жизнь удалась? А что еще я могу сделать, чтобы моя жизнь удалась? А в чем еще я могу потренироваться? А чему еще я могу научиться? А как мне еще улучшить мой бизнес? То есть вот эти вопросы, они как из рога изобилия у вас в голове должны блуждать. Потому что мозг, он работает только в одном режиме. Только в режиме ответов на вопрос. Ну, в двух, наверное, тут неправильно я сказал, в режиме задавания вопроса и в режиме ответа на вопрос, вряд ли кто-то сможет с этим поспорить. Поэтому последите за своими мыслями хотя бы вот осознанно в течение часа и посмотрите, а чем ваш мозг занимается, когда вы его даже контролируете. Задает ли он себе вопросы или он ищет ответы на какие-то вопросы, либо на ваши, либо на ответы со стороны. Вот на этой картинке я представил вам изображение, которое у меня вот четко всегда стоит перед глазами. То, что возможно контролировать, это всего 10% нашего разума. Все остальное находится вот под толщей воды, то есть это как айсберг. И все это дело подсознания. Когда я узнал вообще о ресурсах подсознания, о его возможностях, то я и начал в этот момент прокачивать свой мозг активно. Вот запишите себе книгу, которая, например, на меня очень сильно повлияла, и вот даже сейчас она у меня лежит на столе, и вообще она у меня со стола никогда в библиотеку не перекочевывает, потому что я всегда там ищу ответы. Вот сегодня буквально я общался с человеком, у него был вопрос, я ему в этой книге сразу же нашел ответ.
очень, то есть на любой вот вопрос, в принципе, нахожу в ней ответ. Почему? Потому что эта книга, она учит общаться с подсознанием. Я вам сейчас ее покажу. Вот, она называется «Тайна подсознания» Валерий Синельников. Вот, я думаю, вам видно, да? Валерий Синельников – это такой врач, гомеопат, автор большого количества книг, которые стали бестселлерами. Он живет в Крыму. Вот, и создал там школу здоровья и радости, помогает людям, в общем, оздоровить свое подсознание. То есть он работает, как врач, он работает с причиной того, что у людей. Вот сейчас у него огромное количество последователей. Я когда его прочитал эту книгу, я в Саратове захотел сразу открыть его клуб. Потом стал искать, а нет ли еще клуба у нас уже в Саратове. Нашел, что есть, и стал сам ходить и учиться у того человека, кто уже прошел у него персональное обучение. И вот буквально вот перед вебинаром он мне тоже звонил, мы с ним часто общаемся, один из моих наставников. Вот, отошел немножко от темы, но почему я говорю подсознание, да, что у нас с вами там все эти программы загружены. Они не в сознании, не в подсознании. А вот вопрос, как мы их туда загружаем, как мы их туда устанавливаем, и какие программы мы оттуда заменяем, удаляем, то есть заменяем вредные программы на полезные, вот то, в чем, собственно, развитие наше заключается, его самая значимая часть. Так, книгу записали, да? Валерий Синельников «Тайное подсознание». Но у меня это такой тут сборник книг, а там в ней около 5 книг содержится. То есть это такой супертом. Самая первая книга, которую вам нужно прочитать, это называется «Возлюби болезнь свою». Вот кто читал, поставьте плюс. Если можешь что-то вот сказать, скажите об этом, если вы уже читали. Меня, в общем, она перевернула с ног на голову, эта книга. Вот, у Ани есть, молодец. Там в подсознании у нас загружены наши блоки. Там загружены программы, которые реализуют в нашей жизни успех и все, что нам нужно в нашей жизни. Вот все, что вы пишете там в упражнении расширения сознания, все у нас там уже создается. То есть почему я вам дал это упражнение? Потому что оно позволяет начать программировать свое подсознание и продолжить. Да? То есть мы его программируем постоянно, ежедневно. И поэтому я себе ежедневно задаю вопрос, а что я сегодня съел? Что съело оно? Да, вы уже вот прочитали, наверное, эти вопросы. То есть я забочусь о том, чтобы мое сознание, оно воспринимало чистую информацию, которая меня развивает, а не которая мне вредит. То есть если где-то цунами, например, там, или наводнение, то я об этом узнаю только лишь, если мне рассказывает об этом кто-то знакомый. Я вот не смотрю телевизор, не изучаю новости в интернете, не скроллю ленты у друзей в социальных сетях. Почему? Потому что я стараюсь содержать в чистоте свое подсознание, чтобы туда попадала только та информация, которая будет полезна мне. То есть, а вот эта информация, там, у кого что случилось, она не особо полезна, правильно? То, что вам важно, то, что действительно стоит вашего внимания, вы всегда узнаете. Вот, «Таинственная сила слова», да, вот там тоже в этом томе есть такая книга. Хорошо. Так, я думаю, вот с подсознанием, с сознанием понятно. Его нужно постоянно тренировать, задавая ему вопрос. Кстати, вот что я вам хотел сказать. Вот в этой книге, замечательной, описывается, как общаться со своим подсознанием. То есть это субстанция такая или структура, как это правильно выразиться, в нашем организме, это то ли это часть души нашей, то ли это, в общем, часть нашего суперсовершенного биологического душевного механизма, которым мы являемся. И как узнать, какие причины, какие блоки держат нас в подсознании, мешают нам достигнуть успеха, получить здоровье, там, создать отношения, родить там счастливых, здоровых детей и вообще много-много того, чего нам в жизни хочется, вот. Наше подсознание усиленно на этом трудится. Оно создает постоянно способы наших реакций, способы нашего поведения. Оно, то есть, является причиной действий, которые мы делаем. Вот мы с вами говорили в прошлый раз, что формула счастья – это быть, делать, иметь. То есть, если мы что-то хотим в этой жизни, конкретно вот физическое, там, я не знаю, телефон новый, то нам нужно понимать, каким надо быть, чтобы соответствовать вот этому телефону.
То есть, например, такой пример, что вот на студентов посмотришь, я не говорю про всех, но многие так живут, студенты, денег ни у кого нет. То есть на обучение, на развитие тратят деньги немногие. На покупку там книг себе, не знаю, посещение семинаров, тренингов и так далее. Но как посмотришь на них, так они все с айфонами с шестыми ходят. Как так, если нет денег? Вопрос очень простой, потому что здесь что важно людям, то и есть. Айфон получает человек, он уходит в него, все. Ему окружающий мир-то становится вообще неинтересен, не нужен. Он погружается в эту вот коробочку, там, золотистую, серебристую, какую. Все, мир теряет ценность для человека, он перестает куда-либо стремиться. Это такая очень опасная зона комфорта. Погрузиться в телефон с интернетом и все, и пропасть там. Видеоролики, скроллить ленты в социальных сетях, там, что еще можно делать, игрушки играть и так далее, пока батарейка не сядет. И то даже из этого уже есть выход, эти внешние аккумуляторы. Я к чему? Потому что что человеку важно, то он жизни получает. Мы с вами говорили вот в прошлый раз, что жизнь не всегда нам дает то, что мы хотим, но всегда дает то, что нам важно. И поэтому как повысить эту важность? Вот именно отвечая на этот вопрос, я и понял, что нужно работать с подсознанием. Почему стал реализовываться всю жизнь? Потому что я стал создавать предпосылки к этому, осознанно работать с причинами. Есть во Вселенной же закон, вы наверняка его знаете, закон причины и следствия. Даже в этом в школе нам говорили о таком, это не помню какой, но закон Ньютона, в общем, есть. Сила действия равна силе противодействия. Знаете же вы наверняка его. О чем это говорит? Что как мы влияем на окружающий мир, то он нам назад и будет давать. Чем мы кормим наш мозг, то он нам и будет выдавать в виде продукта. Чем мы кормим свое подсознание, то оно нам и будет выдавать. Какие мы себя знания закладываем, такие мы эксперты и будем становиться, такие мы результаты и будем получать. Вот. А еще, да, тут очень важно то, что в наше подсознание туда проваливаются все наши эмоциональные, как это сказать, дрязги, все наши неурядицы. Там есть и радость одновременно хранится, там и есть горе, печаль, обиды и так далее. То есть очень важно свое подсознание взяться за него очень крепко и начать его перепрограммировать каждый день. И вечером обязательно задавать себе вопрос, а что оно сегодня съело? А как я сегодня свое подсознание прокачивал? Какие я туда установки загружал и так далее? Так, ну тут можно еще очень долго поговорить, хочу дальше сразу перейти, потому что здесь у меня есть еще много информации. Вот, внутренние ресурсы. Подсознание, да, это наш внутренний ресурс. Не секрет, что вот самая трудная работа – работа над собой. Именно поэтому ей не занимается такое количество людей, потому что это трудно. Но если вы действительно решили, приняли решение, что вам успех в жизни незаменим, он вам стал важен, то вам придется преодолевать себя, трудиться, каждый день там, вставать, там, поменять режим дня, режим питания, режим спортивный себе навязать. Вот я здесь как раз об этом и говорю. Пример вам хотел привести. Какой? Забыл что-то. Ну ладно, вспомню потом попозже. Значит, еще один вопрос, который я себе задаю, это что я сегодня тренировал? Что я сегодня тренировал? Вот как видите, здесь я перечислил, что можно тренировать, что имеет смысл тренировать. Ну, во всяком случае, на мой взгляд. Я вижу вот все ваши комментарии, попутно замечаю. Лиля, молодец, не пила кофе. Мы вчера это обсуждали. Я не молодец, тоже кофе не пила. Мы вчера обсуждали, но я думаю, девчонки поделятся с вами, почему они перестали кофе пить. Я им вчера рассказал интересный момент про кофе. Вот, значит, что нужно нам тренировать? Что я сегодня тренировал? Точнее, вопросами, да, мы размышляем. Тело. Вот поставьте плюс, кто ежедневно тренирует свое тело осознанно. Например, занимается спортом, растяжкой, либо зарядкой, либо расслаблением, медитацией. Это является серьезной, кстати, очень тренировкой тела, расслабление, которую многие пренебрегают ей. Сон – это вот недостаточное расслабление, потому что это бессознательное расслабление. Нам нужно именно осознанное.
Вот, смотрите, сколько плюсов, вы какие молодцы. Уже 2 недели, не ежедневно, ага, веги и сыроеды. А вот нас почему-то больше человек, чем комментариев. Вы, пожалуйста, друзья, включайтесь, потому что очень, как сказать, гораздо мне вот интереснее с вами будет общаться, если вы будете реагировать, потому что я даже не знаю, может, вы отошли от компьютера, а так я хоть понимаю, что вы рядом, что вам вот важно то, что мы здесь обсуждаем. Так, с телом разобрались, да, вода, еда, спорт и отдых. Я вот расскажу пример вам из своей жизни. Я рассказывал вам в прошлый раз, да, что я решил вот уволиться там с работы, где я работал по ночам официантом, и решил вот создать свой бизнес без денег. Ну, практически там 10 тысяч рублей, по-моему, это вообще не ресурс для создания такого бизнеса, но и он пригодился. Так вот, кроме этого, я стал заставлять себя ежедневно, во-первых, вставать в 6 утра, прям вот по-любому. Встаю. Вот если не встану, то что-нибудь я лишу. Вставать в 6 утра заставил и начинать день со спорта. То есть мы начинали там вместе с товарищем с моим, и мы жили в 3 остановках друг от друга. Мы выбегали из дома в 6 утра. Во-первых, мы заботились друг о друге и будили, если кто-то проспал. Вот это очень важно, поддержка, да, чтобы у вас была. Ваш контролер, тот, кто будет помогать вам вот, создавать себя заново, тренировать себя. Убегали из дома, пробегали по 1,5 остановки, ну, по 2 остановки, в общем, мы встречались в середине, на 3-й. Там получилось, там у нас была школа такая, вот техучилище в Саратове, кто знает, и мы, там были турники, брусья, в общем, там лабиринты, эти лестницы всякие, и мы там, сначала мы бегали, соответственно, а потом мы там на них занимались. Почему это очень важно? Потому что нам нужна энергия, нам нужно, вот, когда мы начинаем с усилиями сталкиваться, с препятствиями, не все препятствия нам удается преодолеть. А вот как думаете, почему не все удается преодолеть? Ответ здесь очень простой. У нас сил на это не хватает. Где силы эти брать? Нужно их наращивать. Тело, оно нуждается в тренировке. Как оно может стать сильнее, если его не тренировать? Если его не тренировать, оно превратится в вялую массу. Ну, если мы посмотрим на тех людей, которые вот вокруг нас ходят, в возрасте там хотя бы на 20, 30, 40 лет старше нас, они довольно вяло выглядят, я бы так сказал. У них постоянно что-то болит. Они не занимаются спортом, ну, в большинстве своем. Вот есть и такие индивидуумы, которые занимаются, например, спортом. Вчера девчонкам тоже рассказывал, у меня дед, например, до сих пор ездит на велосипеде, 76 лет ему, ходит на лыжах, это плавает на байдарках, и ездит на велосипеде, причем он ездит по 50 километров там в неделю, он за один тур уезжает и все, и там с палаткой. Вот. То есть человек важно за собой следить. Но это... К сожалению или к счастью, это не один вот из немногих примеров людей в таком возрасте, которых я знаю, которые уделяют время вот, и внимание своему телу. Потому что оно, ну, знаете же, говорят, тело – храм души. Не просто так говорят. И я на себе вот это ощутил. Начав заниматься тогда спортом вместе с партнером, мы ежедневно чувствовали, как мы себя преодолеваем, встать в 6 утра. Мы этого не делали, а тут нам пришлось вставать, мы себя заставили. Мы не занимались активно спортом, но мы начали заниматься на турниках. А потом заработали уже прибыль и записались уже в спортзал, и начали уже там еще и качаться. То есть для мужчины, например, это очень сильно важно, когда он ощущает себя победителем. То есть он преодолевает, он качает эти тяжелые веса. Для женщин не скажу, что это настолько важно. Для женщин растяжка будет вот хорошей альтернативой. То есть, но тело нужно поддерживать в тонусе. Ощущать его, что оно способно больше, чем вы думаете о самом себе. Но для этого нужно к нему прикладывать свою руку. Так, прочитаю, что вы тут написали. Ежедневно в 6 стою, всех собрать по местам, проводить. Хорошая, да, мотивация. Пора нагрузку увеличивать. Вы себе вот примите решение, я начну нагрузку вот прямо сейчас. Вот сейчас закончится вебинар, не прямо сейчас вы бросайтесь, пожалуйста. Продолжайте слушать внимательно. А вставайте и сделайте 10 приседаний, сделайте 10 отжиманий и поставьте себе цель на ежедневно делать на один больше. Кроме того, возьмите себе напарника. Это может быть кто угодно, ваши близкие, ваши родственники, ваш партнер по бизнесу, но созванивайтесь с ним
6 утра, допустим. Это вот тоже один из моих примеров жизни. Созванивайтесь и говорите, допустим, там свой план на день и уделяйте время тренировке вместе. То есть вы будете как партнер по подотчетности, вы будете знать, что вы пообещали не только себе это, но и другим людям. Это, кстати, очень хороший, мощный такой эффективный инструмент, когда вы берете обязательства и заявляете об этом всем, вот кого вы знаете. Тогда все в мире начинает способствовать вам, потому что, во-первых, у вас ответственность, уровень повышается. Но представляете, если вы не справитесь, то люди, все люди будут об этом знать. А вам зачем? У человека есть такой хороший, полезный и вредный одновременно инструмент – это желание хорошо выглядеть. То есть человек не хочет, чтобы его видели там расплакавшимся, или там вот у девушек там тушь потекла, и, там колготки порвались, и там еще какие у девушек бывают вопросы, неожиданно появившиеся. Почему? Девушка всегда хочет выглядеть красиво, хорошо, привлекательно и так далее. Соответственно, это не хочется находиться в неудобном положении, хочется выглядеть хорошо. Ой, вот так пишите там хорошо, спасибо, что вы начали активность. Так, измените сейчас режим. Сейчас 15 часов 30 минут. Встаю 8-9, работа 23-24. Так, ну вот рекомендую вам меньше работать, больше зарабатывать и раньше вставать, и раньше ложиться. О, Лиля уже сделала только что, молодец. Так, на каникулах расслабляемся. Я согласен вот с вами, что отдых тоже нужен, да? Отдых, медитацию нужно обязательно. Я сегодня общался с женщиной, она работает там на 3 работах. Она, в принципе, у нее там бизнес свой, но она себя загоняла. И у нее в результате вот бац, и воспаление легких. Просто свалилось, воспаление легких. Я ее спрашиваю, в чем причина? Она говорит, что вот отдыха нет, 4 месяца без выходных я пашу. Организм вас обязательно поставит на паузу, если вы ему не будете давать отдыхать. А если вы ему не будете давать нагружаться, то он расслабится, и вам будет тяжело его собрать в кучу. Вот получится холодец, а не такой упругий организм, который к результатам ведет. Кстати, вот в природе, да, все, что вот у нас такое упругое, гибкое, оно все живое, молодое. Все, что оно вялое такое, сморщенное, вот яблоко тоже возьмите, сморщенное яблоко, оно вряд ли вы вот выберете между свежесорванным яблоком и сморщенным, выберете сморщенное. Нет, вы выберете то, которое вот свежесорванное, потому что в нем больше жизненной энергии. Точно так же и во всем, что нас окружает. Когда вы само сосредоточение энергии, вы вот ураган, торнадо, тайфун вот этот энергетический, то к вам будет, поверьте, как к магниту все притягиваться. 100%. Вот это и есть проактивная позиция. Когда вы себя нагружаете в меру, естественно, давая расслабление, но нагружаете. Вода, еда. Вот вода, да, я специально сегодня опять восстановил свою традицию. Вот у меня, я вам прям показываю, вот бутылка. У меня 1,5-литровой воды. 1,75. Вот минимум это что я выпиваю за день. Кроме того, я туда еще кладу кальций, то есть чтобы вода была щелочная. Она придает тонус крови, заряжает ее, это минусовой заряд. Ну и, в общем, это очень полезно для организма, сейчас на этом сильно зацикливаться не буду. Ну вот, посмотрите, в общем, про живую воду, про щелачивание воды и так далее. Еда. Еда, соответственно. Я в последнее время тоже очень внимательно стал относиться к еде, озаботился этим. И почему? Потому что у меня появились другие цели в жизни, потому что мне понадобилось мое здоровье прямо сейчас. Соответственно, так как сейчас оно не то, какое вот, ну, хотелось бы, не столько энергии, сколько могло быть. Соответственно, я понимаю, что нужно сейчас прикладывать усилия, тогда завтра будет результат. То есть это один из законов вот этих вселенной, причины следствия. То, про чем мы с вами вот поговорили. Разум, нагрузка, расслабление. Вот это нифига, я только до 2 пункта дошел. Разум, нагрузка, расслабление. Значит, ну это то, в принципе, про то, что мы с вами поговорили, это прокачивать свой мозг, прокачивать себя знаниями, загружать. Мы еще дальше про это поговорим. Ну, например, вот телефон.
как его можно использовать, как пользу из него можно получать. Вот есть всяких много программ, вот смотрите, тренировка внимания. Вот я нажимаю пуск, и смотрите, здесь пошли цифры. Вот, надо их, ну, короче, посмотреть, сейчас неудобно показывать, но нужно там за определенное количество времени вот набрать там от 1 до 25, найти вот эти цифры. Это тренирует наше внимание, так называемая таблица Шульца. Если кто знает вот способы повышения скорости чтения, вообще вот скорочтение как тренировка для мозга, там вот очень активно используются такие таблицы Шульца. А я вот случайно нашел, ну не случайно, конечно, искал и нашел вот приложение вот с этими таблицами. И оно позволяет вот в любой момент времени, вот я жду кого-нибудь, допустим, я либо читаю всегда, либо вот это приложение запускаю и тренирую свой мозг. Вот любую свободную минуту. Это значит, что касается разума. Расслабление. Как расслабление я использую медитацию. Вот сейчас, например, последние уже 3 недели, или уже месяц, наверное, я занимаюсь восстановлением своего зрения. И оказывается, чтобы зрение восстановилось, нужно давать ему не только нагрузку, но и расслабление. Причем расслабление, оно является 70% успеха. То есть то, насколько качественно я смогу расслабить не только, кстати, мышцы глаз для тренировки, но и все тело. Вот что очень интересно, потому что у нас же весь организм, он взаимосвязан. И глаза не откликаются, если организму хорошо, и глаза приходят в порядок. Вот. Это что вот касается нагрузки и расслабления. Да, из букв составлять слова. Да, ну то есть приложение масса, вот все правильно Галина вы говорите, то, что развивает нас, все чем больше, тем лучше. Как говорит один мой друг, лучше перегнать, чем не догнать. Поэтому чем больше вы себя прокачиваете, тем быстрее просто вы получите результат. Так, привычки, значит, тренировка 30 дней. Вот. Обалденный инструмент. Как я вам сказал, что с телом, что с разумом, что с подсознанием. Вам нужно себя приучить к тому, что вы приучить себя быть тем человеком, которому соответствуют те результаты, которые для вас важны, которые вы хотите. Это, кстати, и поможет повысить важность результатов для вас, чтобы ваша там машина, ваш дом или ваши путешествия, чтобы они не просто стали в вашей жизни, как, ну, хотелось бы мне иметь, а чтобы они стали, не могу без этого, это 100% в моей жизни будет, чтобы места сомнений вообще не осталось. Нужно тренировать себя, быть успешным человеком. Даже когда вы внешне и внутренне еще не успешны, вам нужно превращаться внутренне. Тогда внешне это все как магнит к вам притянется. 30 дней. Почему я говорю про 30 дней? Возможно, вы знаете об этом, но есть такая у нас физиологическая особенность, что у нас в организме образовываются нейронные связи между клетками мозга, если мы что-то делаем в течение 21-40 дней. Образуются устойчивые нейронные связи, и наш мозг, он привыкает к этому. То есть начали вы, допустим, тренироваться, вот там читать ежедневно там по часу в день. Вам нужно продержаться 30 дней. Дальше вам будет, вы просто привыкнете к этому. И очень важно первые 30 дней себя усилием воли заставлять. То есть нужно, как этим усилием воли себя заставить. Я, например, делаю просто. Если я себе ставлю какую-то привычку, то я себе кнут и пряник обязательно. То есть если я сделаю, я себя вознаграждаю. Если я не сделал, если я закосячил, то я себя наказываю. То есть чтобы использовать два стимула. Знаете, морковка спереди, морковка сзади. И ты между них находишься, тебе приходится двигаться. Либо к мотивирующему стимулу, либо от демотивирующего стимула. Замена программ, подсознание, да, создание намерений. Это то, что за одну встречу мы с вами не обсудим. Тут очень много что про это можно обсудить. Я рекомендую вам обязательно вот взять и начать сегодня прямо эту книгу читать, не откладывая, даже если вы читаете другую книгу. Начать читать про перепрограммирование вашего подсознания. У этого, кстати, автора там даже есть книга «Путь к богатству». Вот я знаю, многие в сетевом бизнесе, потому что хотят быть финансово успешными. У него есть книга «Путь к богатству», там прям четко очень расписывается, как получить намерение,
создать, вернее, намерение не и как наполнить его ощущениями. Вот если мы сегодня с вами успеем, я вам приведу пример, вот как составляется намерение и как его прокачать. Прям очень быстро вы сразу почувствуете силу ваших желаний. Будете прям вот, побежите делать, что вот вам нужно, но вы не хотели делать. Автор Валерий Синельник. А, вот я и пример вспомнил, который я вам хотел привести. Самая трудная работа – это работа над собой. Именно поэтому ей немногие так занимаются. От одного миллионера в аудиолекции я услышал очень интересные размышления. Он говорил, смотрите, вот каждый может быть дворником. Дворник зарабатывает очень мало. Но почему он зарабатывает мало? Потому что каждый человек может быть дворником. Учитель, например, в школе, он может зарабатывать или зарабатывает больше. Но гораздо меньше людей могут быть учителями. Бизнесмен, он знает гораздо больше. Он зарабатывает гораздо больше. Но почему? Потому что он взял на себя риск этим человеком становиться. Он не каждый может быть предпринимателем, не каждый готов решиться. Может быть-то каждый, но не каждый является предпринимателем. Потом дальше еще больше. Президент. Допустим, президент, он там зарабатывает еще больше. У него там благ еще разных больше. Но не каждый может быть президентом. Вот, я к чему это? К тому, что трудная работа над собой, то есть чем больше вы на себя возьмете нагрузки, именно вот такой личностно вас растящий, развивающий, тем быстрее у вас начнет просто материализовываться ваши желания. Их будете оттачивать, наполнять ощущениями и, соответственно, ваш вот замечательный инструмент использовать, да, вашу компанию как достижение ваших целей. Так, окей. Думал, с этим поставилось у вас в головке окей. Едем с вами дальше. Какими вопросами мы продолжаем пытать наш мозг? Чему я сегодня научился? Вот этот вопрос я всегда себе перед сном задаю. У меня даже в телефоне, я вот говорил вам, я записываю там все заметки разные и так далее. Сегодня, кстати, вот установил себе приложение Evernote. До этого слышал про него, но не пользовался им. Уже могу вот поделиться результатом. Очень хороший блокнот. Я до этого пользовался QuickNote на Андроиде. Сейчас Evernote. Он, во-первых, мгновенно синхронизируется. Я могу открыть компьютер и с компьютера дописать в ту же заметку там что угодно. Могу добавить там фотографию. То есть я могу создать себе вот инструмент для визуализации моих целей. Могу заметки создать. Ну, то есть как мой электронный ежедневник, который у меня всегда под рукой, пока вот батарейка есть. А батарейка, в принципе, всегда есть. Туда я записываю, вот у меня есть прям документ там, дневник успеха или там, чему я сегодня научился. Этот вопрос, кстати, отвечая на него, вы всегда понимаете, что вам записать нужно в дневник успеха. Кстати, ну-ка скажите мне плюс, поставьте, кто начал вести дневник успеха или кто вел. Просто посмотрим, какое количество. Кто не вел, вы ставьте минус. Ничего страшного. И начинайте сегодня. Так, хорошо, молодцы, умницы, возобновила. Ага. Минус Галина вам начать, Михаил вам вообще начать обязательно. Ну, всем начать, конечно, обязательно. Светлана, мега. Так, не все пишут, но ладно, пусть так. Вот кто минус поставил, начинайте. Дневник успеха. Будет у вас депресняк, не будет энергии на бизнес, откроете его за последний год, прочитаете и побежите сразу делать то, на что у вас не было энергии. Уверенность в себе сразу мгновенно вырастает. Не всегда записываю успехи. А вот вы себя приучите записывать успехи. Только лишь приучить себя, только лишь вот как вспомогательный для вас инструмент, это возьмите себе партнера по подотчетности, который будет о вас заботиться и помогать вам записывать успехи. Ну вот же тут, кстати, и картинка-то есть такая актуальная. Если ты осознанно не создашь себе полезные привычки, ты неосознанно создашь себе вредные. Все правильно. Люди, которые не следят за питанием, они получают как результат
Вот Америка пример хороший. Кто в Макдональдсе там ест, тот становится большой и толстый. Соответственно, люди там явно не озабочены питанием своим. Кто занимается своим питанием, те чувствуют себя великолепно. Вот эти вегетарианцев сейчас же очень много, там всяких актеров, вон Мадонна та же, и многие люди вегетарианцы. Изучают информацию, становятся вот последователями различных идей, проверяют на себе, ставят эксперименты. Кто-то там в голодание какие-то уходит, кто-то переходит на сыроедение. Ну, в любом случае, люди, когда становится что-то важно, когда петух жареный клюнет, люди начинают что-то делать. Так вот, я вам предлагаю не ждать, пока он клюнет, а начинать приходить в осознанность сейчас. Как это делать? Во-первых, поставить себе задачу, какое здоровье вам нужно. Ну, я пример вот на здоровье, но также можно и на бизнесе. Идти к тем людям, у кого это уже есть, и спрашивать их, что они делают регулярно, какой их режим дня, допустим, по отношению вот к этой привычке, как они себя растили, было ли им сложно, были ли у них периоды, когда они не хотели ничего делать, того, что запланировали, сворачивали в сторону от цели. И я уверен, что такие люди будут в вашей жизни, в окружении, они все вам будут говорить как один, что да, сложности были, да, главное преодолевать усилием воли вот эти вот все препятствия, не сдаваться. Знаете, как мне очень нравится пример про Винстона Черчилля. Может, кто-то знает из вас, когда Винстона Черчилля пригласили, в общем, провести свою финальную речь жизни, так скажем, то приехали люди на эту речь из многих стран, был огромный зал снят, по-моему, в каком-то университете. И Черчилль, так не торопясь, вышел на трибуну, а люди проехали туда сотни километров, там преодолели вот какие-то препятствия, чтобы туда попасть, время выделили и так далее. И он им сказал следующую речь. Он им сказал: никогда, 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 никогда не сдавайтесь. Немногие поняли, что речь его закончилась. Но она именно закончилась, потому что это было, как это сказать, квинтэссенцией всей его жизни. То, что он считал самой важной, осознанной в жизни мыслью. А он это говорил, имея солидную такую историю, когда он возглавил, я что-то забыл, кого он, Америку или Англию, Великобританию, что ли, по-моему, когда он возглавил эту страну, шла война, и эти враги сбрасывали бомбы, вот, и гибло огромное количество мирных жителей, то Уинстон Черчилль прогрозил кулаком в небо этим самолетом и сказал им, что слышите, я никогда, никогда, никогда не сдамся. Ему все друзья, его все политики убеждали его, сдавайся, мы теряем, мы терпим жертвы вообще, которые не нужны совершенно стране, лучше сдаться, чем вот терпеть. Но он сказал, я всю жизнь к этому готовился, и точно сейчас совершенно я не собираюсь сдаваться. Поэтому в нашей Вселенной действует вот такой закон. Отражение, да, вот что мы даем, над чем мы трудимся, то мы и получаем. Ну, вот той же причины следствия, основной наш закон, причины следствия. Но у нашего мира окружающего есть одна интересная особенность. Он как зеркало, он отражает все наши мысли, привычки, поступки, все отражается в результате. Но делает он это с задержкой. Как кривое зеркало, он искажает чуть-чуть. Поэтому в трансерфинге, вот если кто знает трансерфинг, очень подробно об этом разъясняется. Вот возьмите себе на заметку трансерфинг Вадим Зеланд. Забыл вам про него сказать, но вот вспомнил, хорошо. Он там очень детально рассказывает, почему в нашей жизни не реализуются намерения, что нужно сделать тоже, чтобы они реализовывались. Вот прокачивайтесь, вот сколько я вам говорю литературу, записывайте себе, не сразу вы ее прочитайте, но прочитывайте, прослушивайте в аудио. Сейчас мы, кстати, по-моему, следующий слайд именно, кстати, и об этом. Так, про привычки понятно, да? Ребят, поставьте плюсы. И если вопросы есть, вы задавайте. Я буду рад вам ответить сразу. Вот видите картинку, какую нашел прикольную? Спанч Боб, я научился тренинг бонькать. Давай я тебе потренинг-бонькаю. Вот кто чему выбирает учиться? Кто-то вот тренинг-бонкать, а кто-то создавать себе полезные привычки.
заменяя вредные. Ага, молодцы, равно вижу, классно. Так, вот оно, про внутренние ресурсы мы с вами поговорили. Наше тело, наше подсознание, наш разум. Теперь внешние ресурсы. Это то, ну, я вам рассказывал в моей истории, да, как это имело место быть, как я встречался там с предпринимателями разными, создавал себе вот бизнес-связи и читал на своем телефоне маленьком покорябанном, я ему показывал даже, да, по-моему, в прошлый раз, эти разные книги и слушал аудиокниги. То есть постоянно я уходил из внешнего мира, чтобы прокачиваться. То есть я погружался в телефон, но я не играл там в игры, не развлекался, не заходил в интернет. Я еще и интернета там особо тогда не было. Вставлял либо наушники, либо читал. Вот, и встречался с предпринимателями. То есть все свободное время я занимался, вернее, вообще все время, кроме работы, я занимался прокачкой себя. На ночь, когда проснулся, когда работал, когда не работал, когда отдыхал, всегда. То есть постоянно. В машине у меня постоянно играла какая-то аудиокнига. Вот у меня есть такой результат, ну, я не знаю, рекорд это, не рекорд. Мне очень нравится аудиокнига Бода Шейфера «Законы победителей». Очень прям нравится. Вот я ее сколько слушаю, я и наслушаться не могу. Она довольно длинная. И я ее за уже жизнь свою, я ее прослушал больше 100 раз. Больше 100 раз. Это вот единственная книга, наверное, которая меня так круто цепляет. Очень четко по полочкам. Послушайте, в общем, ее тоже. Вот, Аня много раз ее слушала. Молодец. Очень качественная озвучка, очень с таким темпом, с расстановкой, с эмоциями. Очень крутая книга. Вот, значит, про книги, что я хотел сказать. Вот 52-365, что это такое? Вы наверняка знаете, что у нас в году 52 недели. Поэтому я вам предлагаю следующий инструмент. Так как вы решили себя прокачивать, создавать себе привычки успешных людей, то вы берете и ставите себе обязательную задачу с партнером по подотчетности еженедельно прочитывать по одной книге. Естественно, в дневник успеха вы ежедневно записываете, сколько там вы страниц прочитали, там, или процент в книге, если вы можете его посмотреть вот на приложениях, всегда на читалках видно, какой процент книги прочитан. Значит, 52 недели в году. В неделю по одной книге. Это значит, на 52 книги вы будете отличаться от человека, от себя самого год назад. Так, ну-ка, что написали? Особенно в начале развития мы так делаем. Надо опять внедрить книгу на каталог. Но каталог у вас, что, каталог же 3 недели. Что это такое за расслабон? Давайте книга в неделю, не надо книга в 3 недели. Ну, в конечном итоге это, конечно, вам надо. Смотрел интервью, это с Эрнстом, директор Первого канала. Его спросили, сколько вы книг читаете. Как вы думаете, вот сколько книг он читает в месяц? Константин Эрнст, директор Первого канала. Я вот удивлен очень сильно был. Никто, да, не знает? Если вы ответ нет, то минус ставьте. Вот Екатерина угадала сразу. Его спросили, он сказал, я читаю 16 книг в месяц. 16 книг в месяц. Вот прикольно, сколько это? 4 книги в неделю. А я вам всего лишь одну рекомендую. Одну всего лишь в неделю. У меня была мечта в детстве такая вот иметь большую библиотеку, особенно когда я вот чтением так увлекся. И эта мечта тоже реализовалась. У меня книги там постоянно пополняются. Ну, в месяц обязательно появляются там какие-то новые книги. Постоянно кто-то у меня вот их приходит в гости, берет почитать. Я у кого-то беру почитать книги. Но они всегда есть. И много еще вот непрочитанных. Много прочитанных, много непрочитанных. Много, которые я не начинаю новую, я беру и перечитываю старую. Анна Пугачева имела... И иметь свою библиотеку. Значит, будет. Вот напишите, сколько стоит ваша библиотека в упражнении на расширение сознания, и она будет к вам ближе. Вы будете уже знать. Значит, аудио-видео. Вчера вот я сделал для себя открытие. Ко мне в гости пришел вчера мой друг и тренер одновременно, у которого я учусь английскому языку. И он, в общем, мне порекомендовал
такого автора, забыл сейчас, как его зовут, сейчас я вам скажу. Я, чтобы не забыть, я себя сразу записываю. Дмитрий Гайдук. Вот я еще его только начал слушать, а уже вот вам рекомендую. Это, кстати, одно из качеств успешных людей, которые относятся внимательно вот к своей памяти. Это инструмент тренировки памяти. Хотите вот что-либо запомнить, вы услышали информацию, вы ее запишите и расскажите пятерым людям. Тогда эта информация, она не просто запомнится, она станет вашей. Потому что когда вы рассказываете, вы знаете, да, что вы своими словами это объясняете. Значит, вы пропускаете это через себя, проживаете. И она усваивается у вас 100%, с разных сторон, по-разному. Анекдот вы расскажите 5 раз, все, вы его никогда не в жизни не забудете. Точно так же, вот я вам говорю, вот Дмитрий Гайдук, это такой человек бородатый, я еще сильно его не изучил, но уже с вами могу поделиться. Мы вчера послушали кусочек его аудиокниги. Не аудиокниги, он сказочник. Он записывает в аудиоозвучке сказки, причем эти сказки, они разные, древнеиндийские, там, древнеперсидские, разных, в общем, мудрых древних народов. И он озвучивает их в современном лексиконе. Из-за этого очень прикольное восприятие. Но они настолько вот содержат в себе мудрости, то есть там, например, в том, что мы вчера слушали, для меня было такое открытие, что мы себе вот планируем там неделю, месяц, ну год. Но вот я единственного человека знаю в жизни, который, у которого есть цели, прописанные на 150 лет. Это женщина, кстати. Вот на 150 лет цели прописаны. А в этой вот сказке, которую мы там вчера слушали, я узнал, что есть вот эти, про кого там, в общем, была сказка, а там они планируют на несколько воплощений, на 7 там воплощений вперед себя. То есть, ну, это информация такая эзотерическая, конечно, для тех, кто верит, что там есть жизнь после смерти, там, что наша душа там переходит в другое тело. Я вот верю в это. И мне это очень зацепило, что думаю, ну, насколько они масштабно мыслили по сравнению вот сейчас с нами, с нашим вот узким таким заскорузлым мышлением. На 7 жизней вперед люди себя планируют. Вы представляете? Вот для меня было это новостью. Дмитрий Гайдук, в общем, найдите его там ВКонтакте, послушайте хоть какой-нибудь его отрывок сказки, может быть, вам понравится. Я к чему его пример привел? Что я, например, для себя только вчера этот инструмент открыл, сказки. То есть я знал вебинары там обучающие, много кто проводит, аудиокниги, разные аудиоподкасты. Есть под FM такой сайт, на нем разные полезные подкасты. Есть видео. Видеоресурсы, YouTube, например, это, ну, один из основных, конечно, ресурсов для развития, туда много что выгружается, но есть много и других. Vimeo, Rutube, есть такой канал, британский, по-моему, канал, он называется TED, там такие 3 больших красных буквы TED, и на нем постоянно выступают различные известные прокачанные личности с разных стран. И они рассказывают, ну, кто-то врачи, там, кто-то ученые, кто-то предприниматели. В общем, они рассказывают очень интересные вещи, очень глубокие. Но он на английском. Там есть русские субтитры. Поэтому вот можно смотреть на русских субтитрах. Вы наберите TED в интернете, и дальше вы погрузитесь сами в это, не заметите как. То есть это прокачивает. Мы получаем информацию, не новости какие там, где цунами, где там тайфун, ураган, или там наводнение, или отключили воду. А где, в общем, полезные знания вы черпаете постоянно от людей, находитесь вот в этом информационном потоке, который вы сам себе выбираете, а не вот неосознанно смотрите новости. Так, с книгами понятно, с вебинарами, с аудио, с видео, думаю, понятно. Встреча. Ну, про встречи я вот вам рассказал уже в прошлый раз, что хочешь бизнес, иди к тем, у кого есть бизнес, и спрашиваю у них, как этот бизнес они создавали, как начинали и с какими сложностями сталкивали, они 100% тебе будут рассказывать. Да, не все, 100 из 100 человек, кто-то будет тебя посылать, выгонять, а кто-то будет становиться мгновенно твоим другом, потому что ты к нему пришел с таким интересным вопросом, о чем бы никогда не спрашивают. Так, принято, окей. Лили, ты молодец, вот самая активная. Самым активным всегда вот больше всего достается. Ха, вот вам пример, кстати, я вспомнил. Парабеллума, знаете?
Парабеллум, который инфобизнес в Россию привез. Вот, знаете. Он, в общем, приводил такой пример интересный, что, ну, представьте, вот сад, в нем созрели фрукты, там овощи, все спелое. И кто-то об этом узнал, и первым, в общем, туда побежал, в этот сад. Им достаются самые лучшие плоды, самые лучшие фрукты, все самое лучшее. А потом второй эшелон, который сразу не поверил, он туда побежал, по следам уже, там уже протоптана как бы небольшая тропинка. Прибегает, а там уже самых спелых фруктов нет, уже есть зеленые, разные зеленые фрукты, но они их собирают, довольствуются уже тем, что осталось. Потом побежал третий туда эшелон, уже там дорога протоптана, шоссе. Им уже достаются листья, ветки, фруктов-то, плодов уже никаких нету. Их все первые проактивные сожрали. И потом четвертый эшелон туда устремляется. А четвертый эшелон, там, представьте, уже вообще нет ни спелых фруктов, ни зеленых, ни веток, ни листьев, ни, вообще ничего, ни травы, все вытоптано, уже пыль одна кругом стоит. Им что достается? А им достаются эти экскременты тех, кто пробежал до них. Там сколько народу уже пробежало. Вот что значит это пассивная позиция в жизни. Нафиг это нужно, правильно? Лучше быть проактивными и получать всегда самое лучшее, самое спелое. 16. Зависит всего лишь от нашего выбора. О, уже мы час с вами болтаем. Прикольно. Быстро очень время пролетает. Так, а мне еще что надо? Еще вам надо кое-что мне рассказать. Еще один вопрос. Как себя, контролирующий себя вопрос, да, приводящий себя в трезвость и в осознанность. Вечером я спрашиваю, что я сегодня научился. Если, допустим, ничего не научился, не нахожу, чему научился, я себе также задаю вдогонку вопрос, а что я, собственно, от себя требовал? С утра можно этот вопрос себе тоже задавать. А что я от себя сегодня буду требовать? Потому что, когда я сам на себя работаю, то, собственно, кто от меня будет требовать? Только я сам. Мне же это нужно, я же сам на себя. Сотрудники от меня требовать не будут, потому что им нужны их результаты. Моих результатов они от меня не будут требовать. Поэтому либо вы сами от себя требуете, либо кто-то другой. Лучше сами. Окей, принято? Вопрос, что я от себя требовал, да? Для кормежки вашего мозга. Принято. Лиля молодец, самая супер проактивная. И Катя молодец. Так, ну какие законы я соблюдаю? Здесь я хотел вам много об этом рассказать, законы Вселенной, которые влияют на нас. Но сейчас я сокращу это, потому что основной закон, который нужно понимать, это то, что подобное притягивает подобное. Он же является законом причинно-следствия. То, что мы отдаем в мир, то мы и получаем. То, чем мы кормим мозг, то он нам и выдает. Я почему вот в виде вопроса опять же это задал? Потому что наш мозг опять же будет трудиться над поиском ответа. Если есть такой закон чистоты намерения, то есть наше намерение, оно не должно вредить, то есть оно должно быть полезным не только для нас, но и для общества, наше намерение. Тогда оно реализуется. Если оно несет вред, ну, с пользой для нас, оно не реализуется. Вот, это все к политике, то есть к обманам там и так далее. То есть все, что несет разрушение, все, что несет вред, оно разрушит не только туда, куда оно направлено, но и еще больше получите несчастья вы. Я думаю, что вам это не нужно. Поэтому, когда мы создаем свою мечту, там дом я хочу или автомобиль, а кому этот может помешать? А кому это будет полезно? Ну, это все, я думаю, вы вот из книги возьмете, которую я порекомендовал, да, про намерения, Валерий Синельников. И вообще, там будет много у него написано про законы Вселенной. Это фундамент, потому что незнание этих законов нас от ответственности за их выполнение, ну, не избавляет, как и все в нашей жизни. За все мы несем ответственность, хотим мы того или не хотим. Вот, значит,
Вот здесь я привел пример вам одну из установок, которую я все время на нее обращаю внимание. Когда кто-то ее вокруг говорит, в себе я ее уже проработал. Когда вы чем-то удивлены, обескуражены, ошарашены, восхищены, когда вас что-то зацепило, вы, как правило, эмоционально на это реагируете. И автоматически ваш мозг, он предлагает вам хороший, удобный вариант. Ничего себе! Был у кого-нибудь, кто вот хоть раз так говорил? Ничего себе! Ё, дождь какой сильный начался, ничего себе! Или там... Было, ага. Сейчас ого себе. Ну вот, Лили, молодец. Вот я предлагаю, да, использовать вместо этой установки ого себе. Потому что мы, не задумываясь, лишаем себя всего. Зачем нам это, собственно, нужно? Это вот происходит бесконтрольно. Мы на это не обращаем внимания. Задумывались ли вы когда-нибудь вообще над смыслом песен? Есть вот песни, которые, они нам нравятся, а смысл мы их не обращаем внимания на этот смысл. А когда обращаем, то они нам меньше становятся нравиться почему-то. Потому что музыка нравится, голос нравится, все нравится. А вот какой образ за этим нам привносится, на это не обращаем внимания. Так же, как и вот «Ничего себе». Масса у нас таких установок негативных, провалены в подсознание. Но они, опять же, провалены туда с полезной целью, чтобы мы обратили на это внимание и научились их заменять. То есть это наши учителя, наши инструменты воспитания себя, влияния на свое подсознание. Вот женщинам предлагаю очень клевый такой вариант. Часто, когда у нас что-то не получается, мы себя загоняем в чувство вины. Мы говорим, что вот не надо было этого делать. Вот я же тебе говорил. Вот, то есть мы на других чувство вины это пытаемся навязать не только на себя, но и на других. Вот надо было одеваться, там, зонт с собой брать, я в дождь попал. Вот надо было там, я не знаю, машину заправить, заехать, а я не заправил, вот стою, кукую, короче, на трассе там без бензина. Вот надо было вовремя там резину поменять, а нет, вот сейчас вот врезался. Ну и так далее. То есть мы постоянно стараемся найти, как себя ущипнуть побольнее, загнать себя в чувство вины и свалить ответственность на кого-то другого. Так вот, я предлагаю, когда вы видите, что вы ошиблись, это хорошо. Надо обратить на это внимание и быть этому благодарным, потому что это ваш опыт. Вот в нем есть позитивное намерение для вас. В отличие от нас, думающих, что есть позитивное и негативное реакции и намерения, на самом деле этого не существует. То есть наш мир, вот то, что нас окружает, нами созданное, оно все стремится к тому, чтобы мы имели позитивный результат. Вот во всем, во всех наших поступках, наших ситуациях, во всех есть позитивный урок, позитивное намерение. Но на что именно мы обращаем внимание, как мы этот позитивный урок воспринимаем в негативной форме или в позитивной, как он должен быть, зависит, конечно, от того, насколько мы осознанно контролируем свои мысли. Так вот, что я хотел женщинам сюрприз сделать. Когда вы ошиблись, вы не говорите, ой, блин, дура какая, или там, вот надо было то сделать, а вы скажите, надо же, как интересно получилось. Ощущение будет сказочное, вообще потрясающее будет ощущение. Если вы говорите ничего себе, вы такие, ого себе, или все себе, или все всем, или вот это да, или я восхищена, и я обрадована. То есть наш русский язык очень богатый на выражения, и рекомендую вам обращать на них внимание. А в книге, кстати, они помогают вам этот кругозор расширить. Там же кто-то литературной речью пишет, кто-то творческие личности, они там по-своему их... Надо потрудиться еще, чтобы понять, что они имели в виду. Ой, я так и говорю, как интересно получилось. Да, то есть не говорите, что я ошибся, говорите, надо же, как интересно получилось. Если вот часто люди теряют ключи или там деньги, или там все равно скажите, надо же, как интересно получилось. То есть среагируйте на это круто, позитивно. Дальше вопросы я себе задаю. Это работа уже с подсознанием.
А чему меня это учит? А чем я это создал этими? Какими своими мыслями, поступками, эмоциями я это создал? У меня глубокая уверенность, что все, что в моей жизни существует, я все сам к себе притягиваю, и все это я себе создаю. То есть, если человек, допустим, наступил мне на ногу там, на какой-нибудь толкучке там, в площади или в транспорте, наступил вам на ногу, я не думаю, что это он мне наступил на ногу. Я думаю, тоже про это частично рассказывается. Давайте еще раз попробуем. А что попробуем? Не понял, что попробуем. А, ну да, надо же, как интересно получилось. Давай еще раз попробуем. Еще вот установка, которую я себе тоже засверлил туда в подсознание. Очень часто приходится терять деньги. Ну, в силу неопытности, рискованности, неосторожности. Я говорю себе, да, надо же, как интересно получилось. Еще я очень интересно с собой работаю. Я говорю себе, Господи, спасибо, что взял деньгами. Потому что вот этот способ увидеть позитивный урок. Хорошо, что деньгами. Это вот самое меньшее, чем мы можем потерять. Бумажки, в которые мы вкладываем вообще неописуемую ценность, которой там быть не должно. То есть раз я не расстраиваюсь, что я деньги потерял. Неприятно, да, но опыт он берет дорого, объясняет доходчиво. Я говорю, Господи, спасибо, что взял деньгами. Мог бы взять ведь здоровье, а без здоровья тебе деньги точно не будут нужны. И все остальное. У многих работ над собой начинает с секрета. Ну да. А кто-то засыпает, смотря фильм «Секрет». Так, с установками окей, да? Поставили себе там окей. Потом, про успех, да, раз мы про финансовый успех еще с вами говорим, очень немаловажно отношение наших к деньгам. Здесь тема ни одного слайда, здесь тема еще 5-6 часов обсуждения моего отношения с деньгами, роман с деньгами. Нам нужно свой роман с деньгами крутить. А мы, получается, не всегда относимся к деньгам уважительно. Например, вот я вам приведу да несколько даже примеров. Посмотрите на ваш кошелек. Какой у вас вообще кошелек? Как он у вас выглядит? Если бы вы были деньгами, приятно бы было вам самим находиться в таком кошельке? Складываете ли вы его пополам? Или он у вас, ну, деньги лежат там аккуратно, купюра к купюре, рубашечка к рубашечке, красненький кошелек. Хорошо, да, красный привлекает деньги. Ну, по кошельку прям целую школу можно провести, какие фишки можно использовать, чтобы кошелек деньги притягивал. Я вот верю в то, что все работает. Вот, Миша, молодец. Да, мы с ним говорили об этом, он поменял уже кошелек. Хорошо, красный складывается. Чтобы деньги не перегибались, я вот про это говорю. То есть он может складываться, накрывая сверху, но не перегибая деньги. Ага, хорошо, Наталья слышала, как денег складывать. Ну, это отдельно, если вам будет интересно, мы еще с вами об этом поговорим, то я хочу уже закругляться. Почему я здесь купюру 1 доллар в день разместил? Потому что я вам хочу привести пример. Напишите, кто откладывает хотя бы 1 доллар в день. Вообще откладывает. Это первый, наиболее важный закон богатых людей. Они сначала платят себе. Вот к вам пришли любые деньги. Вы первым делом должны заплатить себе. Если вы хотите с деньгами чувствовать себя комфортно, чтобы вас всегда достаточно было, вам нужно сначала себе заплатить. Потому что привычка у нас говорит об обратном. Я сначала плачу за продукты, то есть я плачу это не себе. Думаю, что я себе покупаю продукты, я плачу, получается, продавцу в магазине, этому организатору этого бизнеса, этим поставщикам этих продуктов, бухгалтерам, всем, кто участвует в этой цепочке. Но я плачу не себе, я плачу им. А себе я где плачу? Нигде я не плачу себе, я вообще об этом не думаю. Я вообще об этом забываю, оказывается, да? Сейчас, если вы задумаетесь. Ну вот по результату видно, да, что минусов много. Тратить на себя? Нет, не считается. Тратить на себя – это отдельно. То есть я бы вот с вами еще с удовольствием разобрал, как правильно тратить деньги. Но тут, серьезно, не могу сейчас сюда эту школу внести, могу, но это будет очень долго, и нужно быть вам к этому конкретно готовыми, к финансовой вот школе, финансовой мастерской.
Поэтому это мы как-то вот отложим на дальше. Будет интерес, я вам расскажу все, вот, что знаю про это. Я вам сейчас предлагаю осознать очень удивительный, крутой факт. Лилия, я не сомневался, что вообще так скажешь. Отдельный факт про деньги. У меня есть вот такой вот листочек здесь. Кому интересно, я потом его скину в электронной форме. Я здесь, в общем, производил такой расчет. Если взять, что доллар у нас сейчас он стоит, вот сегодня я смотрел, 62 рубля стоит доллар, а я здесь расчет проводил еще доллар 50, когда был рублей. У меня был такой период в жизни, когда у меня денег приходило очень мало. Вообще вот долгов было больше, чем не долгов, чем прихода. А я себе поставил задачу выбраться из этой ямы. А я коробку взял, заклеил ее там скотчем, замотал со всех сторон, сделал там дырку, и я туда откладывал каждый день 50 рублей. Просто вот все задачи поставил. Я вот, есть у меня деньги, заработал я сегодня, не заработал, я 50 рублей туда отложу. Потому что это немного, ну как бы 50 рублей, что сейчас, это, что на них там можно купить? Ничего, даже килограмм апельсинов не купишь. 50 рублей откладываю. Но если посчитать, 50 рублей умножить на 30 дней, это там сколько? 3000. Сразу, когда деньги к нам пришли, 3000 отложить непросто, когда нету привычки определенной. А 50 рублей в день, во-первых, тренирует привычку, про которую мы с вами говорили 30 дней. Во-вторых, вы не ощущаете, что у вас кончаются деньги, что вы их тратите. Ой, да, 1500. Почему полторы? Или полторы? А, ну да, все правильно. Я потом 100 рублей начал откладывать, я помню, что у меня там по 3000 скапливалось. В общем, начните с 50 рублей. Это вот, ну, примерно 1 доллар. Я вам тут вот сейчас расскажу, какой расчет. Если вы в течение года ежедневно будете откладывать по 1 доллару, всего лишь 1 доллар, казалось бы, это не может сделать вас богатым человеком, на первый взгляд. Но очень даже может, потому что это не делают 99% людей, не откладывают 1 доллар в день. В конце года у вас будет, вот, из учета, что 1 доллар 50 рублей, у вас будет 18 250 рублей. Это 50 умноженное на 365. 18 250 рублей. Естественно, что деньги, они просто так лежать не будут, что мы их вкладываем под процент. Есть разные инструменты вложений, сейчас на них тоже не буду останавливаться. Ну вот возьмем средний процент доходности инвестиционного портфеля грамотного финансового человека, он составляет от 20% и выше в год, от 20% годовых. Поэтому здесь в расчете я вам буду говорить цифры, к которым мы с вами придем, если будем учитывать, что сумму мы ежегодно накапливаем, вот эти 18 тысяч, мы их вкладываем под 20% в год. В первый год у нас 18 250 превратятся в 21 900, ну 22 тысячи. Так мы продолжаем делать в течение 10 лет. То есть мы первые 10 лет формирования нашего капитала мы откладываем по 50 рублей в день. То есть 365 долларов в год умножаем на 10 лет. 3650 долларов. То есть не сильно большая сумма за 10 лет. Это за 10 лет каждый день по 50 рублей. В итоге у вас к концу 10 года будет накоплено на вашем инвестиционном счету 570 тысяч рублей. 570 тысяч рублей. Это через 10 лет. Если вы в год откладывали по 50 долларов, ой, по 50 рублей в день, то в конечном итоге через 10 лет 568-500 будет у вас. Дальше. Вот. Будет ли видно или не будет? Вот эти цифры. Дальше у вас будет сумма увеличиваться. Уже вы не будете довкладывать, просто как образец, и она у вас будет увеличиваться. Еще через 10 лет ваши вот эти 570 тысяч на счету, они без довложений превратятся уже в 3,5 миллиона рублей. Это спустя 20 лет после того, как вы начали первые 10 лет свои откладывать по 50 рублей в день. Еще спустя 10 лет ваши 3,5 миллиона превратятся в 22 миллиона. И еще через 10 лет 135 миллионов рублей. 135 миллионов рублей. Кто там в упражнении расширения сознания дошел вот до цифры 135 миллионов рублей? Есть такие?
Начали мы вот $1 в день, а через 40 лет у нас вот 135 миллионов. Есть некто слышит здесь, кто дошел вот до цифры 135 миллионов, ну вот в этом пределе, в этом районе? 20 миллионов дошла. Ага, хорошо. А ну-ка напишите вообще, кто до какой цифры дошел. Что у нас за это, за расхлябанность вообще такая? Ну-ка пишите, кто до какой суммы дошел. Упражнение очень серьезное, им вообще нельзя пренебрегать. Это самое малое, что вы можете сделать для своего успеха. Знать, какое это упражнение, как вас вам надо это сделать. С 3000 начинало 3 миллиона. Угу, хорошо. Так, что, все? Миллион 920. Хранение у нас идет 90 дней. 1,5 миллиона, Светлана. Молодец. Что это? Наверное, все пишут долго, потому что нулей много, да? Долго писать. 20,5 миллионов. Анна пока лидирует. 3200. Все у нас в миллионах, видите? 1,9, 1,5, 3200. Правильно, потому что нужно мыслить миллионами. Один мой друг говорил раньше, мы общались, сейчас не общаемся, он говорил, что тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Тот, кто вовсе их не ищет, не находит никогда. Так, крутышки, пишем. А вот еще пример вам из общения с одним успешным человеком. В Киеве я с ним познакомился. Сейчас он долларовый миллиардер, сейчас. Но несколько лет назад он был обычным человеком с невысоким доходом, и его... У него, перед ним стоял вопрос выбора. Поставить ему цель перед собой миллион долларов заработать или миллиард долларов заработать. И вот как он интересно размышлял. Он говорил, я никогда не держал в руках ни того, ни другого. Поэтому я не могу особо сказать, что это будет для меня значить. Но если я поставлю себе миллион, то миллиарда я вряд ли достигну цель. А если я себе поставлю миллиард, то миллионов у меня по пути будет 1000. Что миллионы я по-любому заработаю. Поэтому выгоднее тогда какую цель ставить? Более масштабную. Лучше ставить миллиард, чем миллион. Потому что миллионов тогда полно попадется вам по пути. Цель себе, ну да, между звезд по-любому окажешься. Все верно. Вот это и он стал миллиардером. Даже не миллионером, а миллиардером. Очень быстро как-то вот так. Так, хоккей. Гляжу, все написали, кто хотел. Значит, следующий наш момент. Про деньги мы с вами обсудили. Понятно, да? Никто не шокировался, даже вот сумма. Я думаю, вы удивитесь. Если откладывать 50 рублей в день, то 135 миллионов через 40 лет. Вот прикольно. А кто откладывает, зная это? А никто что-то не откладывает. Вот странно. Потом. Одна мудрость, которую мне открыл один из моих учителей, он сказал мне, что тот, кто благодарен, тот равно счастлив. Благодарен равно счастлив. Мы пренебрегаем обычно благодарностью, и вот здесь вам практическое задание. Написать 1000 благодарностей. А я сам это задание вот вместе с вами в процессе нахожусь, выполняю. Я написал их около 200 только еще всего лишь. И я их постоянно, когда мне только приходит какая-то благодарность в голову, когда я их перечитываю, я в процессе еще вижу, что могу добавить. И я дописываю их, опять же, вот в своем электронном ежедневнике. Дописываю благодарность к себе, к родителям, к учителям, вообще ко всему в мире. Все, что я только могу, за что быть благодарным, я все пишу. Это не сильно просто, потому что мы не привыкли этого делать. Но обычно мы сказали спасибо и сказали. Но задумываться об этом... Не просто. Вот, Анна, вы молодец, да, от 10 благодарностей, веду дневник благодарности. Это, кстати, дневник успеха себе, ну, можете дневник успеха тоже записывать.
за что я себе благодарен, что нового я нашел, чему я научился, чему я благодарен, все это вот я в дневник успеха объединяю. А благодарности я пишу списком, то есть когда я их прочитываю, они все время получаются актуальны для меня. Кроме того, я наполняюсь этой энергией благодарности. А представляете, когда человек благодарен всему, что происходит с ним, каким он вообще становится, насколько он вырастает как личность. Как правило, люди, которые ссорятся, друг друга обвиняют, критикуют, попрекают чем-то, они не являются друг другу благодарными. То есть автоматически осознанная благодарность нас выносит на уровень состоятельности, на уровень счастья. Поэтому это упражнение, оно так же, как и расширение сознания, требует серьезной проработки. За что я себе благодарен? Этот вопрос я задаю себе ежедневно, каждый день, когда ложусь спать. Чему я научился, чему я себе благодарен, и я все это записываю в дневник успеха свой. Каждый день. Привычка такая уже появилась давно. Так, кто что скажет? Есть тут люди? Я так понимаю, вы утомились, что ли? Или, может, на вас погода как-то влияет? Достаточно хорошая погода почему-то на вас влияет так. А, пишешь? Ну, хорошо. Лили, молодец, я в тебе не сомневаюсь. Так, теперь у меня к вам вопрос. Вот из того, что сегодня я вам рассказал, какая для вас была новая информация, какие вот инсайты, какие открытия у вас были и какие вы приняли решения? Это очень для меня важно, потому что я готовился, уделял этому время. Мне бы хотелось узнать, да, насколько это было для вас полезно. Не просто там плюсы, там спасибо, а именно что на вас повлияло, что вы запомнили, на что обратили внимание. Вот потрудитесь, пожалуйста, напишите. Так, зарядку сделала, Хачушек написала, дневник благодарности завожу. Кучу благодарностей и запись в дневнике. Буду откладывать денежку. Николай, красавчик. Так. Сварю неразборный сейф. Прививать привычки, развивать свое подсознание, начать читать каждый день. Так, полезно про откладывание денег, читание книг. Буду менять кошелек и буду откладывать деньги. Окей. Я начинаю читать каждый день и ежедневные тренировки тела. Как хорошо, молодцы. Главное, нет, никогда не сдавайтесь, да, я слайд такой не сделал, но вот помните о том, что сказал Черчилль. Начну откладывать, начну сегодня писать благодарности каждый день. Начну читать «Тайны подсознания». Катерина, спасибо, молодец. Порядок в кошельке наведу, было все интересно, благодарю, конкретно буду откладывать деньги, прочитаю книги Синельникова. Анна, супер, спасибо. Так, перехожу на питание вегетарианское. А я разве сегодня говорил про вегетарианское питание? По-моему, нет. Я живу лучше и лучше, только еще лучше и лучше. Это очень важно. Еще. Это ключевое в этом вообще слово. Еще. Многие говорят, у меня все хорошо. А у меня еще хорошее и еще хорошее. Вообще же по-другому воспринимается. Я еще говорю людям, спасибо за вопрос. Мой самый любимый вопрос. Еще лучше и лучше. 2 года откладывал деньги ежедневно, начиная с $1 в день, увеличивая каждый год на $1. Последний год забросил. Но есть расчеты до 65 лет. Буду возобновлять. Вот здесь до 65 лет расчет. Начну деньги откладывать, меняю режим дня, начинаю читать каждый день, буду вести успешник каждый день. Начну читать Синельникова, книг его уйма, а руки не доходят. Главное, чтобы голова приказывала рукам дойти. Откладывать, следить за словами, ну и, конечно, тренировать тело. Вот простое, что вы скажете? Вы всего этого не знали, что я говорил? По-любому знали. Но это ведет все к успеху. Я все это начитался, но это я внедрил в себя и получил результат. С нашими благодарностями не все благодарности себе. Синельников еще лучше и лучше. Откладывать, растяжка. О, растяжку даже кто-то увидел. Хорошо. Знали. Спасибо, знали. Ой. Половину не стерла. Окей.
Ну, все тогда. Спасибо вам, друзья, большое за внимание. Если я был вам полезен, то я очень рад. Вообще мне понравилось. Хорошо, что вы со мной тоже общались, не в одностороннем порядке. Если есть какие-то вопросы, я вот всегда открыт, можете писать. Искренне вам желаю, чтобы у вас, вам хватало силы воли на внедрение этого. Чтобы ваши желания, они были для вас не просто желаниями из разряда «нихерово было бы», а чтобы они стали для вас важны. Чтобы если этого у меня не будет, я руку себе отрублю. Вот так, чтобы было в вашей жизни. Так. Все. Спасибо тогда большое. Деньги почему не надо сгибать? Потому что если бы вы были деньгами, вам понравилось, что вас сгибают? Нет, вам хочется чувствовать себя спокойно, комфортно и свободно. Упражнение на реализацию намерения довольно длинное, надо его рассказывать с примерами, с практиками, это еще полчаса. Поэтому вот в Синельникове прочитайте, там будет подробно прям алгоритм. Крутой семинар, прям уха во всем теле началась. А, пруха. Новый кошелечек будет, ура. Все, спасибо вам большое. Рад с вами был увидеться. Всего доброго.